Привет! Так как я еще на пути изучения 3D-графики, я еще не определилась, в какое конкретное направление углубиться. Ведь 3D-графика — это очень обширные возможности, для которых используют различные программы для определенного рода действий. И, кстати, все это я делаю в бесплатной программе Blender. Вы уже видели, как я создавала 3D-иллюстрации, анимации, игровые окружения, предметы, персонажей и тому подобное. В этот раз я решила сделать для себя что-то абсолютно новое. А именно, я занялась архитектурной визуализацией. В течение этого видео вы видите, как я строю квартиру, я ее полностью обустрою. В общем, из чертежа я делаю визуализацию квартиры, как она будет выглядеть. Дизайн интерьера, выставляю свет, делаю потолок, мебель и многое-многое другое. И самое крутое то, что я сделаю 3D-тур по этой квартире. Для возможности записи исследования квартиры, именно 3D-тура, я создала анимацию. Вот, это вы видите гостиную. Подушечки, вид за окном, телевизор с тумбой. Выходим в коридор. Здесь вот такая мебель. Идем дальше. Это маленькая кухонька. Ну, как вы видите, на ней все, что нужно, есть. Выходим. Идем в детскую. Вот так выглядит детская мечты. Такие лампочки. Вот рабочее место. Выходим. Идем в спальню. Здесь такая уютная атмосфера. Везде, кстати, есть балконы, почти возле каждой комнаты. Это гардеробная. Гардеробная маленькая. Выходим. И это туалет с ванной. Тоже маленькая комнатка. Вот, в принципе, и все. А мы увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Всем пока-пока.